Серебро представляет. Затерянный остров. Волшебник страны Оз. Атлантический океан, 1942 год. Посмотри туда. Греби! Oh!
Пойдем. Все нормально, Альбер? Да. Да. Нужно закрепить лодку, пока течение не унесло ее. Я займись лодкой. Где мы? Мы плаваем уже 3 дня. Можем быть где угодно. Черт знает что. Помоги. Тион. Идем. Где мы, Франк? Не задавай вопрос, Тион. Я в море нашел канистры. Они пустые. Нужно подумать, где достать воды. Не похоже, что вас беспокоит эта ситуация. Где мы? Мы даже не знаем, что случилось с самолетом. Его сбила зенитка? Нет, это было что-то другое. Звук был не похож. Ну, что тогда? Должно же быть. Что? Объяснение? Ничего не поделаешь. Не надо пытаться узнать, как мы сюда попали. Хотя бы раз взгляни правде в глаза. Мы здесь. И все твои теории о неприятностях ничего не изменят. И я уже говорил тебе, выбрось эту чертову книгу. Будь мужчиной. Пора самому заботиться о себе. Что это за книга, которую ты везде носишь с собой? Так, одна глупая привычка. Это настольная книга моей сестры. Ее любимая книга. Это она? Ее зовут Франсина. Эта фотография была сделана, когда ей исполнилось 25 лет. А здесь не видно. Но Франк тогда сильно напился. Это было перед самым началом войны. Перед наступлением немцев. Это очень красиво. Поторопись, Пьер. Я не могу уехать. Поторопись, тебе говорю. Нет, я не могу. Ты должен уехать в Америку. Там ты будешь в безопасности. Да, но... Я верю в тебя. А как же ты? Я занята в школе с детьми. Не волнуйся, мы обязательно увидимся. Очень скоро. Так хорошо? Спрячься, Пьер. Возьми чемодан.
Что с тобой? Я слышал крик. А где Альбер? Альбер! Альбер! Я не знаю. Альбер! 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 Ты что делаешь? Проклятая война. Слышишь? Ветер. Это ветер. Здесь есть проход. Где? Там, в ущелье. Сюда! Нужно где-то раздобыть воды. Пойдем прямо на восток. Дорога должна привести нас в самый центр острова. На восток, хорошо. Идем. Нужно найти воду. Хочу пить, Фрэнк. Умираю от жажды. Где канистры? Остались на берегу. Давайте передохнем. Лефто. Вставай. Ты не можешь мне приказывать. Я сказал, встань. Ты встанешь или нет? Оставь меня с тех пор, как мы сели на этот самолет, ты обращаешься со мной как с ничтожеством. Хочешь, чтобы я обращался с тобой лучше? Веди себя соответственно. Будь мужчиной. Так ты сказал. Прекратите. Что вы себе позволяете? Если мы хотим выжить, то должны быть вместе. Быть вместе. Слышите? Выберемся отсюда и сможете драться сколько захотите. Но сейчас я не хочу больше этого видеть.
Так что постарайтесь. Не расстраивайся. Завтра все забудется. Он знает про сестру. Он должен знать об этом, ведь он ее брат. Нет, это его убьет. А пока гибнет ваша дружба. Ты этого добиваешься? Слушайте. Перу. Вода. Перу. Вода. Пьер? Пьер! 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 Альбер? Альбер? Альбер! Пьер! Пьер! Альбер!
Успокойся, Пьер, успокойся. Тихо. Альбер? Альбер? Альбер! 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 Где ты, Альбер? Альбер! Альбер, ты слышишь меня? Альбер! Альбер, если ты меня слышишь, ответь! Я уже слышал этот крик, когда мы были на берегу. Нужно найти Альбера. Где мой Франк? Как мы сюда попали? Понятия не имею. Слишком скользко. Сюда невозможно попасть сверху. Что ты имеешь в виду? Здесь больше 15 метров. Мы погибли бы при падении. Может быть, что-то перенесло нас сюда? Что-то. И этому должно быть какое-то объяснение. Но сейчас нам нужно найти выход отсюда. Где же Альбер? Вот, что если мы попали сюда оттуда? Что там? Мне кажется, это подъем наверх. Переход должен быть снаружи. Франк? 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 Франк, réponds-moi! Франк, ответь! Франк! Франк! Ça va, все нормально! Альбер здесь! Я его нашел! Он мертв! Я спускаюсь! Трудовая книжка. Он нацист. Это тоже нелегко. Отсюда невозможно выбраться. Очень скользко. Нужно найти другой выход. У нас с ним даже коннектор. У нас вообще ничего нет. Я не хочу умереть здесь. Не хочу, слышишь? Успокойся. Кальме твоя, что ты? Кальме твоя. Никто не умрет.
Я не хочу здесь умереть. Не хочу. Я же сказал, никто не умрет. Я хочу в Нью-Йорк. Я хочу увидеть Франсину. Мы найдем выход из этой западни. Но ты должен успокоиться. Хорошо? Diario de Bordeaux, c'est l'espagnol. Это написано на испанском. И значит, бортовой журнал. Бортовой журнал? И ты можешь его прочитать? Я попробую. Может, мы узнаем еще что-нибудь об этом месте? Да это же старинный ход. Последний раз я такой видел в 18 году. Уже 25 лет этот скелет лежит здесь. Посмотри этот журнал, возможно, там есть что-то интересное. Ну что там? Посмотри. Что-нибудь узнал? Немного. Мне не удалось прочитать все, что здесь написано. Я узнал лишь немного о капитане судна, который рисовал все эти карикатуры. Франк? Как нам отсюда выбраться? Я не знаю. Ты мне говорил, что мы увидимся с Франсиной. Она, наверное, ждет нас. Ведь надежда еще есть. Думаю, уже нет. Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь этим сказать? Она мертва. Слышишь, Франсина мертва. Сильвиана сказал мне об этом при посадке. Нацисты пришли через два дня после нашего отъезда. Закрыли всех в церкви и сожгли. Это ты виноват. Мафут! Я виноват. Я мог бы спасти ее, если бы не обещал ей помочь тебе выбраться из страны. Сволочь. Я мог бы ее спасти. Сволочь. Франк. Я не хочу оставлять тебя. Ты не оставишь? Мы увидимся через 5 дней у моей тетки в Нью-Йорке. Как договорились? Моя тетка старая дева, поэтому никаких проявлений нежности до свадьбы. И сколько на это потребуется времени? Времени для подготовки? Может быть, 2 или 3 месяца. Так долго? Твоя тетя хочет моей смерти. А может быть, еще дольше.
Allez, Pierre. Покажи, Пьер. Montre-moi. Покажи, что там у тебя. Allez. Ну же. Laisse-moi voir. Покажи, я посмотрю. Guten Abend, Fräulein. Kann ich Sie irgendwo hinten begleiten? Я не говорю по-немецки. Ausweis bitte! Papiere bitte! Los, schnell! Papiere! Пьер, ты должен остаться. Пьер, нельзя так. Allez. Нужно. Ватон. Отстань. Ватон. Отстань. Держи, Пьер. Босса. Выпей воды. Бой, мунга, бой. Давай, пойдем. Досман. Ну же. Алле, Вер. Пошли. Так. Так.
Я bien. Allez. Ouais, держись за меня. Тяму. Пошли. Держи, съешь это. Подкрепись. Это и есть монстр. То есть остров населен ими. Я это понял еще там. Нужно выбираться отсюда. Не думаю, что это возможно. Почему? Потому что я вернулся на берег, чтобы найти, на чем мы можем плыть. Так лодка исчезла. Исчезла? То есть мы не сможем уплыть отсюда? Ты видел кого-нибудь? Нет, я ходил повсюду, нет ничего. Я думаю, что кроме нас здесь нет никого. Мы одни. Почему нас оставили? Думаю, чтобы защитить что-то. Поторопись. Подожди, Франк. Что ты делаешь? Снова попасть в эту западню? Не беспокойся. Я хочу показать тебе, что я нашел.
Regarde. Смотри. Tu vois pas? Видишь? Quoi? Что? Qu'est-ce que je dois voir? Что я должен видеть? Là, там что-то есть. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Что это? Comment on a fait pour pas voir? Как мы это не заметили? Et pourtant, c'est тем не менее, оно там есть. Помоги мне это убрать. Ты уверен, что это хорошая идея? Помоги! Иди, это было прямо перед нашими глазами. Надо посмотреть, что там. Помоги мне, Пьер. Помоги, толкай. Али, пусть толкай. Стопуй. Еще. Али, пусть. Сильнее. Али. Еще. Готини. Осторожно. Я ничего не вижу. Подожди. Что ты делаешь? Факел. Ты что, хочешь войти туда? Ты что? Иначе зачем было открывать это? Я не пойду. Не пойду. Я пойду. Возьми. Ты думаешь, она еще жива? Заморожена.
Франк. 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 Кажется, эту дверь можно открыть. Спасибо. Дитрих фон Эдвиг, 1913 год. Немцы. Мы попали в нацистскую лабораторию. Франк, нужно уходить. Сейчас же. Пьер, помоги. Нет. Возьми за край, сильно толкай. Готов? Раз, два, три. Руки замерзли. Нет, мы теряем время. Это бесполезно. Подожди, Пьер. Thank you.
tout de suite. Но этот раз это не так впечатляет. Да, да. Эффект уже не тот. Allez. Давай. Происходит. Не вдыхать. Пусть! Закрывай. Пусть! Толкай! Вот! Закрывай! Кишу. Быстрее! Давай. Лезь туда. Франк! Франк! Откуда взялся этот газ? Да. Пугай там ее тон. Что ты там так долго делал? Я все-таки надышался. Пугай там. Что ты так долго там делал? Не хотел оставлять там вот это. Франк, здесь выход. Пойдем. Пойдем, Франк. Франк! Франк, иди сюда, здесь выход. Идем, Пьер. Все. Посмотри. Роган. Посмотри. Это карты. Oui. Да. Похоже, это рисунок ловушки. Да кое? Чего? Ловушки. Смотри. Похоже, здесь много подземных ходов. Они связаны напрямую с ловушками. Да-да, точно. А здесь находится центр. Здесь мы упали вниз. А здесь механические захваты.
sur une espèce. Да, точно. Gibier. Я никогда такого не видел. Кто расставил все эти ловушки? Кто ими управляет? Они управляются автоматически. Ты же видел? Там никого не было. Ничего себе. Даже весла есть. Эй, Франк, ça va remplacer le canot. Лодка в хорошем состоянии. Пьер. Что? Интересно, кому-нибудь удалось выбраться с этого острова? Это испанцы? Думаю, нет. Они не смогли бы добраться сюда. Нужно убираться отсюда. И как можно скорее. Не сейчас. Почему? Нас ничто не держит здесь. Все, что нужно, у нас есть. Ты думаешь об этой девушке? Нет, дело не в этом. Мы не продержимся и пары дней в этой лодке. Ты хочешь оказаться в океане? Ночью? Без еды и без воды? Но чего нам ждать? Подождем, пока волны успокоятся. Не говори, что ты читал эти глупости весь день. Это исследование Дитриха фон Эдрика, смешанное с научной тарабарщиной. Может, поскорее выберемся отсюда? Не сейчас, я узнал интересные вещи. Все архивы содержат номера ссылок на исследования и наблюдения. Пьер, ты куда? Я буду готовить к дороге, как мы и договаривались вчера. Подожди. Подожди, Пьер. Посмотри. Что ты ищешь в этих документах? Ответ на этот кошмар? Я прошу 2 часа. Не хватит этого времени, чтобы узнать больше. 2 часа, и мы уплываем. Хорошо. Пытаясь открыть саркофаг, я зацепился за систему безопасности, которая его защищала. Если его открывали, она мертва.
Parce que tu crois vraiment... Tu as действительно думаешь, что она жива? Elle a l'air morte. Она что, похожа на мертвую? Исследование, наблюдение. Да. Да, Пьер. Все так, исследование, наблюдение. 0253643. Помоги мне найти Пьер. Что именно ты ищешь? Личные дела? Что-нибудь. Я не уверен. Не знаю. Нужно найти. Так, что это? Пьер, смотри. Думаешь, это здесь? Бум. Есть. 02-786-43. Доклад номер 02786-43, 25 апреля 1929 год. Мне необходимо вспомнить, почему я сделал это. Я знаю, ты заслуживаешь всего, что я делал для тебя. Я очень много работал, и поэтому не мог вернуться в Баварию так долго. Я почти забыл, как ты красива. Чего бы ты ни делала, ты озаряла все вокруг. Я не замечал никого, кроме тебя. Но ты не осмеливалась смотреть на меня. Разве ты могла? Я граф, а ты простая служанка. В то время, как он всегда был около тебя, подглядывая за каждым твоим движением с высоты своей посредственности, я должен был вмешаться. Все это моя ошибка. Время остановилось, когда твое тело коснулось этого леденящего раствора. Я не думал ни о чем другом. Нужно было помешать этому яду распространиться по твоему телу, пока я не нашел противоядие. Я покинул свои владения тем же утром, забирая тебя с собой. Я слышал об этом острове. Карта, которая привела меня сюда, была семейным наследием. Никто не смог бы помешать здесь моим исследованиям. Я был в этом уверен. Я полностью изменил остров. Mes recherches m'ont apparu tellement que je ne me suis pas rendu compte qu'il s'était écoulé tant d'années. Des années sans emprise pour la beauté. Tout le contraire pour moi. Depuis que j'ai trouvé l'antidote, je ne pense plus qu'à une seule chose, te réveiller. Malheureusement, ça ne peut fonctionner que d'un seul способ. Aujourd'hui, j'attends mon occasion. Et lorsque ce jour arrive, настал конец моим страданиям. Ты станешь свободной. Ну, чего же я боюсь? Может быть, того, как ты откроешь глаза, все произойдет очень быстро. У меня будет только несколько минут, чтобы ввести противоядие. Или я все потеряю навсегда. Фрэнк. Ты понял, Фрэнк? Ты не граф. И не ученый. Чем быстрее мы покинем этот остров, тем быстрее мы вернемся сюда с теми людьми, которые смогут ее спасти. Очнись, Фрэнк. Ведь я прав. Это лучший выход. Это единственный выход. C'est la seule solution. D'accord. Хорошо.
Ты прав. Иди, ищи помощь, а я останусь здесь. Нет, уйдем вместе. Я не оставлю ее одну на этом острове. Никогда. Как хочешь. Ты мне не нужен. Я ухожу. Не бойся. Я тебя не оставлю. Не в этот раз. Вот дьявол. Иди к черту, Франк. Технические описания. 26 июня 1969 года. Несколько единиц оборудования вышли из строя. После недавней бури порвались кабели. Я не смог их починить. На другом конце острова сел на рифы корабль. А также вышла из строя гидравлика. Эти несколько минут помогут ей проснуться. Противоядие будет действовать на все ее тело. Противоядие состоит на 89% из яда паука, который обитает на этом острове. Я мечтаю увидеть, как все это будет действовать после стольких лет поисков. Я хотел бы испытать то, что будет чувствовать она. Доклад номер 027-8643. Из тех испанских моряков, которых удалось спасти, для эксперимента никто не подошел. Кто-то был слишком стар, кто-то болен. Некоторые, возможно, подошли бы, но они погибли во время кораблекрушения. Это очень тонкий вопрос. Она погружена в искусственный сон. И чтобы разбудить ее, мне нужен человеческий материал. Жизнь за жизнь. Жизнь за жизнь. Что это значит? Димоскус! Скажи, что Димоскус! Это? Димоскус! Я должен знать! Все назвать Я кого? Я должен знать! Димоскус!
Я должен, знать. Остановись, Фрэнк. Посмотри, в каком ты состоянии. Ты не сможешь ей помочь. Что ты здесь делаешь? Я хочу, чтобы мы ушли вместе. Ее найдут без нас. Я не оставлю ее на этом острове. Она разрушает тебя. Может быть, это то, чего я хочу. Никто не хочет этого. Я хочу. Но ты не знаешь о ней ничего. Может быть, я знаю о ней больше, чем ты думаешь. Это все? Все закончится вот так? Хорошо. Ты хочешь открыть ее? Я запрещаю тебе делать это. Немедленно покинь остров. Ну что? Алло? Ты идешь со мной? Юден. Еврейка. Происходит. Я знаю, как ее разбудить. Жизнь за жизнь. Это судьба. Я ее потерял. Но сегодня я могу вернуть ей жизнь. Ты подходишь для этого. Когда я разбужу ее, я дам ей противоядие. Будем только мы вдвоем. Как раньше.
ты... Франк, мы еще можем уйти вдвоем. Есть другие двое. А как же Франсина? Ты забыл о том обещании, что ты ей дал. Проклятое обещание. Это было единственной ошибкой в моей жизни. О чем я? Прощай, Пьер. Франк, сам ты никогда не используешь противоядие. Ты не найдешь его. Где противоядие? Что ты сделал? Где оно? Где противоядие? Франк! Франк!
сказать.